Привет, ребята! Во Дворце культуры имени Пушкина сегодня очень много народу. Это дворец детского-юношеского творчества, по-старому дворец пионеров, отмечает свой день рождения. Дворцу исполнилось 80 лет. На праздник пришли нынешние хозяева дворца, дети. Пришли взрослые, пришли убеленные сединами ветераны вспомнить свое детство. Я впервые во дворец пришел как раз в год открытия, мальчишкой 12 лет. А вот после войны я уже пришел во дворец как руководитель кружка. Что бы вы хотели пожелать сегодняшним воспитанникам дворца? Ну, пожелать им творческих успехов, чтобы у них все получалось, чтобы они также вели за собой ребят, как и раньше Задор, Штаб, Зорница, очень многие, которые работали, и работа кипела в городе, и была очень интересная. Быть такими же мы оптимистами, быть инноваторами, это всегда было свойственно нашему Дворцу пионеров. Вот, пожалуй, это. Я хотела бы, чтобы нынешнее поколение педагогов переняло то все хорошее, что было у нас. Мы беззаветно были преданы своей профессии. Есть разных размеров валенки. Квартиры есть большие и маленькие. Есть плохой и хороший поэт. По-разному песня звучащая. А дружба одна. Ее или нет, или она настоящая. Поволжский юный коммунист, только сегодня абсолютно бесплатно пионеры идут в поход. Открыты кружки для всех желающих. Уважаемые товарищи, прослушайте объявление. Газета «Правда» пишет. 26 августа 1935 года распоряжением Куйбышевского горосполкома было решено создать в городе Куйбышеве краевой дом детей. На сцену приглашается заместитель министра образования и науки Самарской области Надежда Борисовна Колесникова. Разрешите мне передать самые искренние поздравления с юбилеем замечательному педагогическому коллективу от губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Уверен, что знания педагогов, трудолюбие и мудрость и впредь будут способствовать воспитанию образованных, талантливых, трудолюбивых граждан всего общества, истинных патриотов России. Но я хочу вам передать безусловные поздравления Министерства образования и науки Самарской области, Пылева Владимира Александровича, наши самые теплые добрые слова, и особо и поблагодарить, и поздравить ветеранов педагогического труда, людей, которые воспитали не просто нас,
мы ваши воспитанники, но и большое количество педагогов, которые сохранили традиции, несут их дальше. И это залог того, что дворцу жить, развиваться и быть вечно. Низкий вам поклон! Инициативе первого секретаря Куйбышевского обкома партии Павла Петровича Постышева и в связи с большим объемом работы, ведущимся преподавателями города с октябрятами и пионерами, принято решение передать Куйбышевскому дворцу детей здание на улице Куйбышева, 151. Мы очень любим старый наш дворец, плод мысли, воплощенный Щербачевым, и верим в то, что кружево ворот откроет путь нам горизонтом новым. Прошу торопись, скорее проснись, бужу тебя уже полчаса. Постановление Государственного комитета обороны об эвакуации столицы СССР, города Москвы. Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии, Государственный комитет обороны постановил поручить товарищу Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в Куйбышев. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 11 преподавателей дворца, многие его воспитанники и выпускники. Куйбышевские пионеры встали у станков, вышли в поля, где заменили своих отцов и дедов. За время войны дети сумели собрать средства на танковую колонну «Юный пионер» и самолет «Куйбышевский пионер». Годы дворец обрел свое второе дыхание. Начали открываться новые кружки и клубы. Многие ребята вернулись заниматься во дворец. Кто-то пришел впервые. Сегодня один из воспитанников дворца тех лет, а ныне председатель Общественной палаты Самарской области, почетный гражданин Самарской области, президент Самарского государственного аэрокосмического университета Виктор Александрович Сойфер в этом зале. Первый раз в жизни я в двух галстуках пребываю, вообще говоря. Это так необычно. Но вот этот галстук, который мне сегодня повязали, он греет душу. Я записался во все кружки сразу. Ну, это понятно, потому что было очень интересно. Но не во всех кружках я уцелел. Но вот я очень благодарен за то, что был кружок краеведения. Вот этими самыми ногами мы исходили практически весь наш город, исходили все Заволжье, Жигулевские горы. А самое главное, что была атмосфера общения. И когда иногда встречаешь человека, так сказать, примерно моего возраста, всматриваешься в него, говоришь и спрашиваешь: слушай, а ты не занимался там в кружке пионеров в дворце? Конечно, говорит, занимался. Здравствуй, Витя, говорит. И мне это очень приятно. Пионер, значит, первый. А дворец пионеров – самый главный дворец для детей. Так должно быть всегда. Кто-то
кто-то живет, кто-то смотрит кино. Время мотает судьбы километры. Что б ни случилось, я верю в одно, в то, что над нами есть добрые ветры. Ветер свободы, хмельной и живой, ветер мечты, раздувающий пламя. Ветер удачи, возьми нас с собой, пролетая над нами. Мы лежим и над нами мчат года, мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь, что упала нам в кровь. Пролетая над нами, знаешь, потом через тысячи лет, среди миров и красивых планет, мы станем звездами на небесами. И мы сорвемся на зов с высоты, звезды должны исполнять все мечты, пролетая над нами. Мы лежим и над нами мчат года, мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь, и ее ни к чему измерять словами. Мы лежим и над нами мчат года, мы летим и под нами города. Мы молчим, но и это все любовь, что упала нам в кровь, пролетая над нами. Здравствуйте, ребята! В эфире телевизионное агентство «Пионерия». Сегодня вместе с ребятами из Куйбышевского дворца пионеров мы отправимся в музей. Но это не простой музей, а музей истории пионерской организации, которую возглавляет Маргарита Леонидовна Рыжкова. Сегодня здесь проходит встреча штабов дворца «Парус», «Задор», «Радуга» и «Зорница». И мы с огромной радостью приглашаем на эту сцену выпускников легендарных комсомольско-пионерских штабов «Задор», «Парус», «Зорница», «Радуга», их преемников, ребят из Центра гражданских инициатив, военно-патриотического клуба «Звездный десант» и наших верных друзей, директоров дворцов и центров детского и юношеского творчества. Мы – молодежь. Энергия и сила. Надежда и опора Родины, России. Уверенно и четко идем всегда вперед. Такой неугомонный мы народ. С душой открытую, легко и смело, готовы взяться за любое дело. Мы, как и прежде, верим в чудеса и в алые над морем паруса. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь с весенним утром ранним над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Не три глаза, ведь это же не сон, и алый парус, правда, гордо реет. Важный Грей нашел свою отстой, в той бухте, где отстой загнал из Грея. В той бухте, где отважный Грей нашел свою отстой, в той бухте, где отстой загнал из Грея.
дворец живет яркой жизнью. Каждый день с 9 утра до 9 вечера здесь не смолкают детские голоса. Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества день открытых дверей. Сегодня я ходил во Дворец детского и юношеского творчества. Шахматы, игра на ложках, авиамоделирование. Вот не полный список того, чем можно заниматься во дворце. Танцы или вокал? Что же выбрать? Надо попробовать себя во всем. Ой, а я тоже во дворце занимаюсь. Хожу в театральный кружок сказ. У нас тут здорово. А мне по душе рисование. Пока у меня не очень хорошо получается, но здесь меня точно научат. Кстати, еще можно пойти на фотодело. Во дворце такая студия тоже есть. Нам с друзьями здесь понравилось. Во дворце так много кружков и секций, даже выбрать сложно. Дети нарисовали море, цветы и горы. Дети нарисовали очень веселый город. Нет никаких печалей. Самарского дворца детского и юношеского творчества. Про вашу фольклорную деревню ходят легенды. Да, Берестечко — это здорово. Целая неделя на берегу Волги в Жигулях. Мастер-классы, вечерки, хороводы. А это, похоже, наши коллеги, юные журналисты. Да, на межрегиональном фестивале «Журналюгин» мы учимся делать газеты и новостные программы. В этом году в рамках областной программы «Литература и современность» впервые прошла новая профильная смена, посвященная году литературы. В Самарском Лукоречье мы пишем стихи и прозы, изучаем творчество классиков и современников. Звездный десант видно издалека. А как проходит ваше лето? Мы недавно ходили в походы, а он первый раз в жизни прыгнул с парашютом. Стараемся держать марку, ведь мы лучший военно-патриотический клуб в области. Да! Действительно, у воспитанников дворца насыщенная и интересная жизнь. She's a lion tall, baby. Yeah, baby. Ooh, oh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Have some fun. Having me some fun Наш коллектив очень стабильный. У нас работает очень много ветеранов, среднее поколение. И очень радостно, что в нашем дворце очень много молодежи. А это значит, нам обеспечено поступательное движение вперед. И, конечно, у нас всегда будет существовать великое триединство. Детей, педагогов и их родителей. Потому что все вместе мы работаем ради счастья наших детей. Посмотри на мир.
каждый миг неповторим. Сколько в нем чудес, нам с тобой не перечесть. Но дороже всех это чудо детский смех. Чистый он, как звон у ручья. Чудо детский взгляд, им как солнце мир объят. Мы с тобой живем, чтобы счастье видеть в нем. Мы живем, конечно, ради всех желаний в детском взгляде. На земле большой и ты, и я. Мечты мир открыли доброты. Каждый день и миг наше будущее в них. Дети — это наша жизнь. Жизнь идет, и пусть время вспять не повернуть. И в потоке дней мы становимся добрей. И в движении планеты нет надежнее приметы. Наши дети — это наша жизнь.